Доброго времени суток всем, дорогие друзья. С вами Каспер, да, с вами Влад. Да, это, давайте мы сейчас тихосенько вот так еще раз отблагодарим CSGO за то, что они показали этот шикарный матч. Но сейчас ваши аплодисменты. Dota 2! Как-то народ... Все, проснулись да, вроде как. Все нормально, Dota начинается, финал винеров. Опять-таки у нас оранжевые ребята на сцене. Правда, не в той части сцены, как они были до этого. Пересели кейсеры. Пересели, да, кейсеры. Ну, я сразу сказал, что эти пацаны явно слабее, чем кейсеры, потому что у них нет казаха в составе. Ну, а Дрэн там, кстати, решал в некоторых моментах. Я это называю такое, знаешь, то есть... Ну. Действительно шикарная была игра в CSGO. Если вы ее не видели, очень рекомендую вам посмотреть запись. Впервые нипы пали. Пали так серьезно. Это мне напоминает, кстати, вот серию LGD, например, на втором International. Да, да. Когда они вообще идеально все проходили, и потом просто сразу же проиграли карту. Ну, не карту, точнее, а целый матч. А потом они попали на Na'Vi. Вот так Na'Vi же вроде их и опустили. Ну, так Na'Vi же их опустили, лазера, да. В Дональде они выиграли все. Ребят, начинается уже драфт первой игры. У нас Best of 3 до 2 побед. Победитель завтра отдыхает. У победителя будет возможность сегодня отдохнуть, расслабиться, выспаться. И целую субботу, не знаю, можно погулять по Киеву, если вы, не знаю, садомазохист, там я не знаю. Я не знаю, кто сейчас может гулять вообще по Киеву, там делать реально нечего. Ну да. Но в любом случае, команда, которая сейчас выиграет, завтра не играет. Команда, которая сейчас проиграет, завтра в 8 часов вечера сыграет с командой Fnatic. Это будет завтра, а сегодня у нас финал Винров. И давайте мы представим сначала команды. Начнем с команды, которая сидит на правой части сцены. Команда, которая в третьем сезоне Star серии заняла место пятое. В четвертом сезоне Star серии заняла место четвертое. Сейчас пятый сезон Star серии, они уже минимум третий, потому что обе команды уже у нас минимум третьи. Слева направо, давайте справа налево их представлю по никам. В самом дальнем углу Иллидан.
А возле него Крейзи, а по центру капитан команды НС. Дальше в позе бобра наш товарищ с района Смайл. Ну и ближе всего единственный украинец в составе этой команды Кси. Прошу любить и жаловать, ваши аплодисменты. Virtus.pro! Вот это было интересно. Но против них на левой части сцены, вот они сейчас так скучковались, но я вам более-менее расскажу, что к чему и как. Вот там самый дальний от камеры, который в шапке такой довольно интересный, это товарищ ЕГМ, это суппорт команды. Возле него кончик носа видно буквально у еще второго суппорта команды, у Аки. В кепочке выше всех, конечно же, Джонатан Берг или Лода. Ближе всего к нам человек-медведь. Адмирал Бульдог, ну и капитан команды S4. Победители регулярного сезона Star Series, чемпионы DreamHack, одна из лучших команд современности, шведские ребята, наши гости, прошу любить и жаловать, No Tidehunter! Я думаю, тут можно даже не задаваться вопросом, вот да, за кого болеют лишний. Больше. No Tidehunter, я сегодня брал интервью у Лоды, и у него спросил, типа, чувак, как ты думаешь, а почему за вас так болеть? Он говорит, ну что, у нас лучший логотип в мире. Вот ни у кого нет такого крутого логотипа. У нас, кстати, похожие есть. Вот у Шейкера нет да, проказ. Да, у Шейкера нет проказ, тоже похожий логотип. А тут, ну, посмотрим. Ну, вообще-то, посмотрите интервью довольно интересное. Там Лода много чего интересного рассказал. Ну что, сейчас мы попросим проверить всех, что у нас в Dota TV. Хорошо ли вы нас слышите, не запирает ли звук, хороший ли звук в стриме. Я думаю, тут у нас... Ты понял вообще, что произошло? Да, я понял, что произошло. У нас Wisp House Knight и Magnus у команды No Tidehunter. Я, понимаешь, я вчера еще как раз там Virtus.pro проходили мимо. Я говорю, не давайте Магнуса. Ну, очень сильный Магнус у команды No Tidehunter. Впрочем, медведи у них не слабее, но мы видим, что медведи сами забирают ВП, а вот... Магнус и Wisp House Knight. Ну, что можно сказать? Ну, я не знаю. Очень сильная комба. Посмотрим, правда, на реализацию, но мне кажется, что No Tidehunter одни из тех ребят, которые умеют играть в доту. Ну, Герокоптера забирает сейчас Virtus.pro для Иллидана. Ну, окей, вот смотри, Герокоптер и Wisp House Knight. Ну, не, ну понятно, что любое сравнение... А тут еще не просто Wisp House Knight, тут Магнус Wisp House Knight. То есть... В том-то и дело. Ну, по-моему, немножечко, скажем так, проиграли пик, ребята. Из этого еще не вечер, посмотрим, что там в плане суппортов. Я вот помню, были классные суппорты, всякие Лин и Леоны в последнее время очень любят их юзать, потому что у них и прокаст очень сильный. И, например, против того же Виспа, вот обычно какая-то Лина бы заезжала на пятерочку. Просто с прокаста сбриваешь Виспа, и ЦК сразу как-то становится в разы послабее. И... более себя дискомфортно он чувствует на лайне. Но ты знаешь, буквально вчера, вот, собственно, обе команды на ваших экранах появились сейчас, если вы нас смотрите в стриме, они в Dota 2. Так вот, буквально, нет, не вчера, а позавчера мы стояли, обсуждали, так, что-то Каспер вообще решил альтабнуться. А, да-да-да, ну ничего страшного. Каспер просто альтабнулся, да, ты за рулем. Этот, мы обсуждали, собственно, с Тоби факт, почему Wisp вот в китайских матчах, он ни в пике, ни в бане. А когда вот здесь на StarLadder, вот абсолютно все карты, которые были, он был в бане. Причем он был первым-вторым баном. И сейчас он первым пиком. Вот почему так? На что Тоби ответил словами капитана команды IG Фейта, который в интервью... А, не Фейта, а Чуани. Чуани, который в интервью, собственно, рассказал, что... А что такое Wisp? Wisp — это товарищ, который идет на триплу в любом случае. То есть тут варианта мало, если ты не Power Rangers, да? Да, там у них и в миде он стоит. Эти в миде ставят. Если ты идешь с ним на трипло, ты с ним должен идти на триплу в любом случае. Но у него нет другой позиции. Это герой, который до 6-го левела, это кусок полнейшего вообще нафиг. Он сбривается моментально. Ты просто берешь любую триплу активную и идешь разваливаешь ему табло. Это сказал Чуань, это сказал игрок команды, которая последний раз проигрывала 9 месяцев назад практически, там, у Оранжей. Я не помню, когда это вообще было. Мне кажется, что IG вообще ни у кого не проиграет никогда. Но посмотрим, как Virtus.pro будет играть против Виспа. Потому что, если я не ошибаюсь, то последняя встреча Virtus.pro с Виспом в рамках дефенса, с фнатиковским Виспом, закончилась печально. Но я могу ошибаться.
Но вот сейчас очень важный момент для команды No Tide Hunter. Вот эти баны, они сейчас очень сильно будут решать, потому что именно за счет этих банов можно... Вот я говорил по поводу Лины. Да, Лина Покрубик. Три героя, которые очень сильно будут мешать. Они действительно очень мешают. А есть же еще твой любимый герой. Который Леон? Да, который Леон. Да, да, он действительно, он офигенен. Кстати, что интересно, на разыгровке Лода раскликивался... я не скажу, кем раскликивался Лода, пока Virtus Pro не забанят последнего героя. Ну, я думаю, можно после пиков, да, после там банов. Да, но вот после этого бана... Ну, собственно, в принципе, это ни для кого не секрет, потому что каждый мог подойти и посмотреть, кем раскликивался Лода. Так, так что... Лода вот будет на Хауснайте раскликиваться. Да, Лода будет на Хауснайте, в любом случае, Лода раскликивался Морфом. Вот. И я так на Full Strange просто. Подожди, думаю, так, Лода на Морфе. Не, ну, конечно, все может быть. Я вообще люблю Морфа. Морф — это тупо офигенный герой. Ну смотри, Морф полностью перекачивается 9 в силу. 9 месяцев назад. Но. И что ты ему сделаешь, ты, например? Кому? Морфу, который перекачался в силу? Ничего. И он такой типа ходит. Я такой сильный. Да, сильный. Грудь колесом. Все вокруг него ходят. Он такой, я вас убью. И там дамажит ЦМ-ку. По 20. А ей попи. По 20. На него инфибл кинули, забили. Он стреляет тебя. Еще и в плюс бить будет. Он тебя бьет, у тебя плюс 10 хп. Нормально. Человек Морфила. Ну. Квапа в бане лишь рак от No Tide Hunter. Я, может быть, не понимаю чего-то в доте. Так, тут аплодисменты тем, кто вырубил свет. Это, кстати, гениальная идея. Вот я серьезно. Я, например, сидел две игры назад и не понимал, почему я не вижу проекта. Не, вы просто те, кто не в арене, они не понимают, что нам с Каспером весь день вот эта лампа так валит в лицо, что просто хочется кого-то убить пойти. А зрителям тоже что-то валит в лицо. Надо просто кромешная тьма. Да, да. Вот как на Intel Extreme Masters. Помню, 27 секунд Quake. Вот то же самое. Вот там вообще так классно все было. Просто. А я помню, как это все воспроизводили. Это да, такая это жесть было. Настолько круто. Ты это комментировал, собственно. Мы как раз это комментировали, да, сидели. Я там с кем? С Форсом. И... Я не помню, с кем ты комментировал. И с Shadow. И Shadow, да, тоже комментировал. Мы тогда сидели, это были действительно самые эпичные 28 секунд. Или сколько там 28, Quake? 28 секунд. Ну, кто не знает, что это в бете, собственно, на Ютубе. Играли Strength и Cooler, и это надо видеть. Ребят, мы ждем четвертый пик команды ВП. Да, вот Лишрак уже неплохо заехал, но Tide Hunter. По-моему, ВП настолько сильно проиграли пик. Окей, Смайл будет играть на Джакиру. Это немножечко упрощает весь процесс. Остался герой для НС. Ну, скажем, наличие Смайла в команде Virtus Pro уже немножечко упрощает процесс. Да, ну, например, последний Джакиро бай Смайл, это было, опять-таки, на дефенсе, это было что-то из разряда 2-0-14, то есть, когда он играл против Натиков. Ну, я думаю, это not bad. Не, но вообще да. Там он, я помню, смотрел я эту игру как раз, он макропиры в узком проходе. Да, макропиры в узком проходе, да. Отличный да. Заливал макропиры в узком проходе. Тем временем у нас уже больше 40 тысяч на стриме. Посмотрим, будет ли на этом финале Винропрод поздний час немножко, но будет ли 50. Да ладно, 50. Нормально как раз. Настоящее задротское время вообще. Что значит поздний? Пятница, 10:30 в Киеве. Ну действительно, что еще делать? Ну, я бы, например, не в клубе с девушками знакомиться. Что? Какие? Зачем? В клубе девушки. Ты их вообще видел этих девушек? Ходите в арену. Ты вообще видел этих девушек в клубе? Не, это, я не хожу в клубы. Такой я хожу в один клуб. Анонимных геймеров. Вот все. Вот до этого момента No Tide Hunter игру выигрывали, сейчас они ее уже проиграли. Я вот специально смотрю на нашего независимого эксперта. Вот он, диванный аналитик InMate, который прогнозирует поражение команды No Tide Hunter на 29-й минуте, да? Да, именно так. Винрейт Клокверка... Что-то около 10%, наверное. 0,4 там. Действительно, у него очень-очень маленький винрейт. И сам по себе герой. Он вроде как и есть, но его вроде как и нет. Так, сейчас надо НС, чтобы себе взял клевого героя. Такого Вингу. Контру Клокверку, да? Вингу, чтобы высвапывать того, кого цепанул Хауснайт просто. Сейчас посмотрим, что это будет. Он думает насчет Брюмастера, прикинь. Что? Серьезно. Как? Окей. Не, они могут поставить Никса с Джакиро суппортами. Да. Сударь, не озадачены ли вы? Потому что я озадачен. Ну, я, например, немного не понимаю вообще, что здесь будет делать Брюмастер. Потому что здесь стан S4, стан Лода, стан Аки.
и из этого всего можно просто не выбраться. Вот у нас будет дело. Доктор Кляйнер в роли анонсера. Так, ну что, я сейчас, не знаю, слышите ли вы хорошо звуки из Доты в зале. Да, да, ну наушников будем мы подкручивать, слышно. Будем мы подкручивать, если что. Я думаю, должно быть слышно. Не переживать. Так, и нет, надо выйти в офлайн. Кстати, НС будет играть у нас на Джекира, вот так вот. А Смайлевич, Никс Смайлевич, это вот Никс, классика Никс, жанра. Никс, Никс, да, Никс, да, Никс на Смайле, это то, что надо. Итак, Аки, Лишрак, Адмирал Бульдог, Клакверк. С4. Ну, мы уже вчера рассказывали, что у С4 фамилия Магнуссен, что дословно в переводе с шведского значит сын Магнуса. То есть тут вопросов быть не может никаких вообще. А, Лаода, который опять-таки раскрыл секрет своего ника, почему именно Лаода, в интервью, которое на нашем YouTube-канале можете найти. Здесь драка, алло, что вообще происходит? Крейзи клепает, его затезерили, проблемы у Лоды, огромный заброшенный Лоду, и это ферстблад! Там С4, смотри, увозит Смайлевича, Смайлевич на развороте. И можно ведь дальше продолжать цеплять. Я не знаю, почему вообще Модай Хантер сюда побежали. Нет, Смайл сейчас... может заморозить, Смайл может заморозить, Смайл может заморозить, заморозил Смайл. И Лидан Стоан по двоим атаки. Лода, мне кажется, переоценил своего героя. Он, походу, забыл, что Рокет Бэрридж у гирокоптера не прощает во встрече один на один. Да, серьезно. Ну да что? Нечего даже добавить. Я думаю, все и так понятно. И вот опять Клокер, вот вроде он был, но вроде его и не было. Ну и просит паузу. Крейзи, что-то у него там с настроечками. Ну, может, там бинт какой-то или дабл-клик не активирован. Ну, в смысле, когда там на себя что-то вставать. Так что, ну, вариантов несколько. Так, мы сейчас попросим, вот Матрикс тут пробегает, попросим его, чтобы он проверил Dota TV, как нас слышно. Но вон кричащий Вилат сбоку есть. Да, если кричащий Вилат сбоку есть, значит все нормально вот здесь вот в нижнем углу. Но это не всегда, потому что иногда это слишком громко получается. Да, иногда бывает слишком громко. Запирает. Так что кто-то проверьте, пожалуйста, и дайте нам знать, как оно. Так, ну что, в миде у нас С4 пока против Крейзи, Крейзи с ДД. Здесь что мы смотрим? Ну, собственно, по линии пока особо много рассказать не можем. Но сложная, оказывается, Лота. Да, да, да. Причем, ну, опять же, сложная эта линия почему называется? Потому что... Ой-ой-ой, Крейзи в миде умирает. Лол, да что вообще произошло? То есть Крейзи был уверен, что он стоит сейчас против соло Магнуса. И тут внезапно, наверное, ЕГМ просто Апсаки вылетает на линию. И есть первые фраги команды. Но Тайтхант, уно-уно, на первой минуте. Да, веселое начало. Неплохо сделали все NoTide Hunter. Я как раз вот совсем недавно у NoTail в интервью спрашивал по поводу того, вот как вы относитесь к Misery 1437 в команде LGN International, да, которые очень часто обузят именно роуминг суппортов, которые бегают по всем лайнам и очень жестко напрягают врага. Он сказал, что в этом, конечно, есть смысл, в том, что два суппорта вместе, если взять хорошую какую-то связочку, там, Лина, Шаду Демон, там, еще что-нибудь в этом духе, они могут творить невероятные вещи. Но сейчас мы видим Висп, который, как ты говорил, до 6 левела вообще бесполезное создание, но мы видим, что у него вроде как получается более-менее еще стоять. Не, ну, его убивать можно, в том-то дело, как бы, когда он возьмет 6 левел, и если, не дай бог, да, для Virtus.pro здесь Лода будет впакован во что-то приличное, будет беда у ВП, будет серьезная беда. Ну посмотрим. Во-первых, ну Тайтхантер делают довольно интересный мув тем, что ставят свою триплу, собственно, в сложную. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, с тем, что они не хотели, как бы, да, стоять против триплы Virtus.pro. Они просто, да, не хотели драться, судя по всему, в ближайшее время. Хотя герои у них достаточно неплохо располагают к тому, чтобы пойти повоевать. Лицо разбивабельное, скажем. Да, 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 есть такое. И пока, опять же, все бегают. Никто нигде пока не задерживается. Вот в том-то и дело. Что и у одной, и у другой команды суппорты пока что весьма-весьма активные. Никто не ходит фармить там свои леса или еще чем-то таким заниматься. Там то на одну линию прибежали, то на другую. Очень-очень классно. Мне действительно нравятся такие суппорты. Лода у нас бобер. Сейчас видим Крейзи в центре. Нашел Аки, нашел также Виспа. И просто морально, наверное, давит сейчас у нас... команда NoTide Hunter на своего противника, показывая, что вот мы везде, и что вообще никуда нельзя выходить. Посмотрите, что вообще происходит. Или Дан как жестко проседает сейчас. Лода от Rocket Barrage. Еще буквально два удара нужно сделать. Тут Смайлухи нету маны. И Виз должен залетать. Да, есть минус. Делает Котлер. Ой, Смайл еще встает здесь. Смайл. Блочат, как грамотно его блочат. Боже. Да. Виз болеет. NoTide Hunter...
какие-то любимчики публики. Вот, по-другому сказать не могу. Ну и правильно сказали, мы болеем за красивую доту. И за красивый КС, и за красивый поинт. Отмазывайся теперь, отмазывайся. Кто? Я вообще занят был, я пытался настроить звук в Dota 2, и, по-моему, настроил его. Я очень надеюсь на то, что я его настроил. Если я его не настроил, тогда вы нас в Твиттере просто скушаете. Ну ничего страшного. Там смотри, я слышу, уже кто-то задувает. Ну это там Джегош Смайлевич задувал. Да, лоды, он не достал немножечко. Снизу Ксим на медведе у нас. Мы видим, что с Крипсадом, скажем так, не самый лучший расклад сейчас у него. Ну вот, на данный момент ему дали немножко свободу, потому что, да, все-таки вот это самая опасная трипла. Вот этот товарищ Ио переместился на топ, где, собственно, убивал уже Смайла. И, наверное, сейчас немножко по свободе должен себя чувствовать Кси. Да, вообще все сейчас достаточно много совершают телодвижений. Видим, что Virtus.pro стараются подстраиваться под ноу Tidehunter. Вот куда ноу Tidehunter, туда и ВП стараются перемещаться. То есть у них нет такого, что они там оставили одного медведя против триплы или еще что-то в этом духе. Видят, к медведю пришли его пытаться убивать. Оба там к медведю прилетели, ну и так далее. Я думаю, вы поняли. Сейчас пока, конечно, небольшая такая позиционочка у нас разворачивается. И самое интересное, начнется тогда, когда Магнус наберет шестой. Потому что S4 любит играть активно на Магнусе. Да, это мы все прекрасно знаем. Но ты же понимаешь, что когда он возьмет шестой, то шестой также будет товарища Крейзи. А Крейзи, собственно, ласт пиком этот герой брался для чего? Ну, наверное, для того, чтобы как-то в драке, в первую очередь, поднимать вот этого пацана, наверное, куда-то в ветра, да? Ну, почему нет? И дальше... Я просто увидел, например, Rockskiz Brad из Playing Dota. Brad. Dread поменял ник на хлеб, теперь он Rockskiz Brad. Черепаха, теперь хлеб. Да, черепаха. Хлебная черепаха. Ну и по-прежнему 3-1 у нас счет. 5 минут игры прошло. 3-1 ведут ноу Tidehunter. Ну и самые веселые времена-то настанут, мы знаем, когда, да, вот, собственно, когда Висп будет начинать получать экспу, или когда Лода там станет левел 8. А вот тогда многое чего должны Virtus.pro сделать для того, чтобы хорошо драться. Вот ноу Tidehunter четко понимает, что если любой из их суппортов попадет под Никса, например, его быстро очень разберут. Это ГГВП. Да, конечно, потому что там очень большой рейндж у задувки ТХД, ну, в смысле, у Ice Pass, и уйти оттуда будет уже крайне-крайне тяжело. Да, это факт. Так, ну что, S4 в миде, ну, собственно... Кстати, линия довольно хорошо в миде держится, и Crazy с 4 идут близко друг от друга в плане крипстата. Адмирал Бульдожка пошел вниз, 5 левел уже у него, Кси тоже 5, то есть как-то получилось так, что... Смотри, что творит этот Адмирал Бульдог просто. Ой, тут ТП летит, кстати! И кто бы это был? Это S4! Будет ли он пытаться догнать? Ну, корни прошли по Адмирал Бульдогу, и в итоге S4 не может никого догнать. Вот так. Да, он бы и так, наверное, не догнал. Там корни-то Адмирала Бульдогу, в принципе, сейчас помешали. Ну, у нас второй автобус. I feel like a broken record. Прикольно, да, это доктор Кляйнер. Доктор Кляйнер, не знаю, в зале слышно хорошо ли доктора Кляйнера или не слышно. Тут сейчас S4 встретил панду. Нашего анаунсера из Доты. Все молчат. Так, ну и опять же, причем на топе, вот когда начинается драка где-то на другом лайне, на топе особо не... Снизу. Опа, слышу. Кси увозят. И начинает его бить Адмирал Бульдог. Пиу-п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 иу. Погоня за Кси, Кси мансует. Панда умерла. Крейзи. Ну да, смотри, сейчас у S4 у него маны как раз таки не хватает. Сейчас Кси еще буквально чуть-чуть пожить можно было бы убить S4. Уходит, боже, уходит боже, Магнус. Боже, как он живет здесь. Магнус возвращается. Шоквейв мимо. Смотри, должен сейчас уходить здесь Магнус, но у него огромные проблемы. На топе, траплы тем временем. Илидана замораживает Смайл. Илидан по-прежнему живой, задувает Смайл. Илидан умирает все-таки, и Смайл сейчас тоже встрянет. Можно зацепить Инесса, да, Смайлуха сейчас там пока с фланга держится, но он ничем не может помочь. Нет у него импейла, ничего нету. Тут пошел реалити рифт, и НС умирает. Конечно, приятно из этого всего то, что медведь выжил. Но неприятно, что два фрага на топе сделали Лода с Виспом. И Лода скоро будет левел 8, Висп скоро будет левел 5. И для Virtus.pro это, конечно, не весело. Но для Virtus.pro много чего в этой игре не весело, потому что... Ну, в первую очередь, first pick Виспа. Да, Висп, он еще пока такое. Тут самое важное, это то, что, опять же, Лода хорошо уверенно стоит на лайне. У него уже там ПТ-шечка, у него уже сталт-шилд готов. Что самое интересное, у него 0-1 стат. Ну, 4 ассиста, все нормально. Ну да, нормально, то есть они там наубивали, и, собственно, все, что надо у него иметь. Ну, опыта наполучал, то есть это достаточно неплохой показатель. Тут важно то, что к тому моменту, пока Висп получит тот же 6-й уровень, Лода уже будет достаточно силен для того, чтобы с нескольких ударов спокойно расправляться с противником.
Ну что, смотрим дальше. 9-я минута. Пока начало игры не самым лучшим образом для Virtus.pro складывается. Ну, посмотрим, как оно будет дальше. Медведь понемножечку набирает обороты. Он не умирал, это хорошо. Есть ранкилы. Рипа убивает. Ну и ОНТХ. Конечно, все очень четко пока. Адмирал Бульдог настолько жесткий, что динает крипов, которые попали в корни от медведя. Ну, вот это, ну это же Адмирал Бульдог. Не, ну правильно, нужно максимально использовать. Интересно, увидим мы его на лондруиде на этом лане или нет? Или боюсь, что нет. Или все-таки это будет или бан, или пик команды соперника. Так, ну тем временем Магнус в центре. Конечно, там до всяких даггеров, я думаю, еще далеко, потому что в любом случае первым айтемом обычно у него появляется аркан Луцы. Но без арканов понятно. Магнус вообще себя очень плохо чувствует. Играет только так. Да, ну и смотрим, что там у нас происходит. Внизу пока спокойно совершенно стоит Кси, Адмирал Бульдог. Друг другу практически не мешают. Спокойненько стоят, не кипишуют. Там ракета полетела, зафармил 30 почти, галды. Почти долетела. Ну, С4 в миде одного оставили. Не знаю, как бы это ну, стоит, не сказалось сами, негативно там, потом. Почему бы нет? Контакт есть, банка есть, все хорошо. Стой, фармить, тебе никто не мешает. Анаунсер, он меня просто выводит. Да, я иногда просто прислушиваюсь к нему. Он такой, там, чуваки, ну, я не вру. Реально, на нижнюю линию кто-то нападает. Что Лоду опять-таки приморозил здесь Джегош Смайлевич, как мы его любим называть в последнее время. Так, С4 вышел на Кси. Ультимейт, попытка номер 2. На Адмирала Бульдога уводит. Вот он, Кок. Мишка здесь дерется до конца. Кси проседает очень плотно. Корни прошли. Кси по-прежнему живой. Смайл здесь. Кси умирает. Все-таки поздно. Но здесь Иллидан. Ракета в Адмирала Бульдога. И, наверное, все-таки убегут здесь НТХ. Да, спокойно, но Тайдхантер уходит отсюда. И опять-таки, получается, какой расклад? Заставили они Смайла вместе с Иллиданом прилететь вниз. А это что дает правильно? Это дает возможность тут же, смотри, Лода отходит и дает возможность ЕГЭМу получить 6-й левел на линии. Да, все очень четко. И ну и вы понимаете, что начнется скоро. Дискотека, как Эра сегодня писал, диско-диско. На ТХД играет НС. На ТХД играет. Ну не могу я привык. Я говорю, ты просто уже раз в четвертый. Я уже раз в четвертый в игре сказал, что это Смайл, да. Да, есть. Ну, такое. Ты понимаешь, что если на карте есть ТХД, то это должен быть Смайл. То есть, ну, это вообще. Но на карте понятно. Это есть еще и Никс. Да, кто? На карте есть Никс, да. Ну не могу я все равно привыкнуть, так что буду я его называть Смайлом, так что. НС не обижайся, да. НС не обижайся, да. Ну, в общем, ну, привычка. Пока что. Вот Лода, он такой, типа, усыпляет бдительность, говорит, пацаны, короче, все нормально. Я стою, фармлю, не бойтесь. Сейчас как я прям как летать. Каспер на стоп-капе, я буду да, фармить да. минут 45. 45 минут фармлю, потом прихожу и сношу трон врагу. Все правильно. Или враг сносит трон мне. Да, ну это... Как в твоем случае. Как в моем случае да. обычно бывает, естественно. Да. Так, ну что? До Тавра уже добрались здесь Лода вместе с Аки. У Аки диаболиков нет. У него просто их нет. Нет, так у него достаточно серьезный прокаст, и диаболики ему особо сильно не помогут. Ну, товара забирать не самое главное в данный момент для команды Тойтека. Но у Тойтекантера самое главное, это, конечно же, что правильно? Бить лица. Кому бить лица правильно? Крипам. Всем. Крипам. Лода пока что для да, крипов Лода почему-то не хочет пока бить лица не крипам. Он только крипам пока бьет. Ну, посмотрим. Да дело в том, что пока что нет хорошего вижена, например, у Тайдхантера где-то там, ну, на непонятных локациях, на самых непредвиденных местах, там, где обычно пробегают суппорты, там, где они как-то там вардят и так далее, чтобы ловить врага. Вот в чем дело. Ну, понимаешь, я сейчас смотрю просто даже на... Ну, вот на всех героев прокликал команды Ноу Тайдхантера. Ты посмотри на Адмирал Бульдога на Клокверке. Хедрес, Арканы, Щиток, Стик, то есть, ну, отлично вообще. С4 тоже самое, все шикарно. Лода, шикарно, левел есть. В то время, как у Virtus.pro, ну, в принципе, ну, вот. Ну, Иллидан там, Фейзи Базила. Ну, Крейзи, правда, хорошо. Да, Крейзи неплохо. Молодец. Главное сейчас, опять же, реализовать вот эту самую вещицу. Да. Не тупить. Ну, собственно... Рокет влетел, собственно, от Адмирала Бульдога. Я думаю, инфа все-таки у команды Тайдхантер должна быть. Ну, ждем, успокоилась игра, и это очень странно. Нет, в принципе, это не странно, потому что для того, чтобы правильно реализовывать виспа вместе с Хаоснайтом, надо что? Правильно, вижен. Да, которого... А вижена что? Нету. Правильно, так что... Как говорил Артстайл в интервью. На ХГ зашли... Почему? Потому что Нави. Почему? Потому что Нави, да. Все очень просто. Все очень просто. Скучаю я за Ваньком, не могу дождаться, когда он вернется. Вот скоро же интернет. Скоро, да, интернет на носу. Скоро. Так, Смайл и Крейзи из блинка. Адмирал Бульдог, тут же ТП. Адмирал Бульдог, стик, Адмирал Бульдог, Кок ставит. С4 здесь и нет ульта у С4, поэтому не может он спасти.
стан. Лода там... тоже рядом. Кси зачем-то пришел. Ну вот он, С4 стянул всю гапшу, стянул. И сейчас нужно забирать и Кси, и Брюмастера. Лода, лоу хп. Ты посмотри, какой из них гирокоптера. Гирокоптера размазали об стенку. Слушай, Крейзи идет драться до конца. Крейзи клепает по Лоде. Лода, 4 секунды до последних хп. И Лоду панда корни проходит у Кси минус Лода. А неплохо-то получилось у Virtus.pro. Ну, как сказать, в принципе, ну, разменять... И смотри, что делает Крейзи. Аки не успевает дать стан. Крейзи-то имел инвиз. И Кси пошел еще бить товарища Магнусона, но не убил. А, какая, что у нас получилось вообще? Короче, много чего получилось. Ну, че, смотри, гонится за Крейзи, тут же Висп. Провезли Крейзи. Ну, Крейзи немножко загулял. Да, то есть то, как Крейзи в этой драке включал БК, то есть правильно прыгал, это было, конечно, оправдано, но не до конца. Вот, немножечко затянул. Даже вот прыжок под Аки, его убийство, окей, после этого просто уйди. Да, все, уйди, и все будет окей. Но, видимо, в итоге 10-4. Да, в любом случае, неплохо здесь вроде как получилось еще команда Virtus.pro. Жегош копает ЕГМа, и Магнус тут же за смайлом. ЕГМ проседает очень сильно, лопнулся ЕГМ, смайл еще закрапассировал. Здесь же Кси, С4, если корни пройдут, прошли корни, но бить некому, С4 уезжает на автобусе. Да. Растянул корни прям. Да. Я корни растяну. Руками, да. Руками. Медведь. Где у нас медведь? Медведь фармирует, все у него нормально. У одного, у другого медведя тапки есть, так что все пока более-менее. Ну что, где вообще? Висп плюс Хаус Найт, они вообще играют в этом матче или нет? Не подскажешь ну, мне? Ну, пока мы связки не видели. То есть был один релокейт, когда в мид летел сейв, собственно, немножко запоздал. Это когда у нас только что была драка. Когда спасали Адмирала Бульдога. Почти спасли. 2-1-2. Пока Клокберг меня радует в этой игре. И огорчает инмейта. Как-то так. Ну, посмотрим. Клокберг умеет в доту играть. Что за фигня? Не, это же Адмирал Бульдог. Проблема, не, понимаешь, проблема как бы не игрока, а вот самого героя. Есть такая кстати, проблема. По поводу Адмирала Бульдога, тут пока был КС, ко мне ребята подошли и показали одно интересное, такой, один интересный стишок, связанный с Адмиралом Бульдогом и с Virtus.pro. Вот где-то сейчас мы посмотрим. Нет, Адмирал Бульдог не врывается. Я не знаю, вспомнил ли я его, но стишок мне очень понравился. А, сибирские мишки поверили в бога. В берлогах висят плакаты Адмирала Бульдога. Ну, Бульдог не на медведе, это уже плюс. Ну, на медведе пока Кси. Я думаю, что если отдадут Бульдогу этого мишку, он сможет показать уровень владения данным персонажем. Ну, а вы можете к нему подойти и попросить его конфиг. Конфиг у него, конечно, очень серьезный. Да, вот я прямо сейчас смотрю, там много круги. Там круги, ну на медведе у него там в частности. Ну вот круги действительно прикольные. Везде круги. Кстати, был недавно спор, я не помню кто, но кто-то этот спор поднимал, что может быть стоит это запретить правилами, да? А, ну, я не вижу смысла это запрещать. То есть хочешь пользоваться, хочешь не пользоваться. Ну, как бы это не то, что там супер запрещенная тема. Я думаю, можно изич покопаться. Там я даже сходил, когда, помнишь, на Dota 2 Вики. Ну, там миллион команд. Просто есть? Захожу, нажимаю консольные команды, у меня здоровенный список с пояснением каждой команды. Ну и делай, что хочешь. Делай, что хочешь, реально. То есть... Собственно, кто не знает, у Адмирала Бульдога всегда вы можете посмотреть на его монитор. Так, прыгает на Лоду, Крейзи, получает уже 3 секунды. Лода после клэпа медленно бежит. И да, уходит здесь Крейзи и так далее. Так вот, у Адмирала Бульдога, собственно, указывается постоянно... рейндж, в котором он получает экспу и так далее. То есть у него очень много там чего прописано. SVCheats 1, Grid is good 999. Все как положено. Да, все как положено. God mode own. Who is your daddy? Bind caps lock kill 1. Так, Крейзи. Ривгу пытаться убить. Быстро Крейзи должен ультует. И Крейзи умирает моментально. Здесь хорошо копает. У нас смайл и залетает сюда. Все отлично от команды Virtus.pro. S4 живой по-прежнему, но скорее всего он умрет. Да, минус там смотри, есть. Бульдог сейвит. Сейчас S4 возвращается. Стан вот так и хороший, но сам он от него сейчас терпит. Тут куда пошел Кси? Ты посмотри, он быкует. Но есть корни по Лоде. Лода, лоу хп. И Кси тоже еле живой. Тут Адмирал Бульдог с батарейками. Это минус. Фантастика. Просто фантастика какая-то. Настолько фантастика, что у меня на время драки звук в доте пропал. Да, я тоже, кстати, это заметил.
Но не добили, правда, здесь НС и, собственно, Смайла. Начало для Virtus.pro шикарное. Просто... Как там это все было в куче? Герокоптер, кулдауном это все накрыл. Это было настолько офигенно. Много очень урона получила команда No Tide Hunter, но не хватило совсем чуть-чуть для того, чтобы добить S4. Не, они убили виспаун, байбек вернулся. То есть, по сути, 3 в 1 получилось, правильно? Ну, по идее, так. И S4 там был, я не знаю, хп, наверное, 15. Да, там бульдог к нему очень вовремя успел подскочить. Вот такие вот НТХ. Итак, 19 минута, 13 на 6. Действительно, очень интересная игра у нас. Драки незаурядные. Но мы ни разу по-прежнему не видели релокейта толкового. Висп ЦК вот до сих пор себя не реализовали именно как какая-то супергангерская связка. Ну, как мы это привыкли видеть там от НС с Иллиданом, да, или от тех же Фнатиков, я имею в виду Эру и... Ну, там Фаник с артстайлом. Фаник с артстайлом. Вот это были. Вот это Висп был. На Интернешнале был прикол, стоим тоже в отеле и смотрим что-то с второго этажа. Выходит Фаник с артстайлом, знаешь, в магазин идут, и так именно артстайл, и за ним Фаник идет. О, им просто взять еще белый шнурочек и один в один. Один в один будет выглядеть, действительно. Нет, теперь понимаем, да, вот все, откуда все это берется. Там, ну, конечно. Один помогает другому, суппорт и все остальное. Все как положено. Ну... Это для тех, кто начал смотреть доту только там, не знаю, недавно. Да, Фаник раньше играл суппортом. Потом его... Не, вообще он играл керри, потом он играл суппортом. Да, потом он стал лучшим оффлейнером Европы, а потом, я не знаю, кем он там в Нави играет, потому что что-то я Нави давно не видел. Ну, они там как-то... Они вообще существуют? Вроде, да, я стримы смотрю иногда, они там... Да, Нави мы сможем с вами увидеть ровно через несколько дней в квалификациях на G1 Лигу китайскую и на Лане в Катовице, в Польше, уже через несколько недель. Через две. Адмирал Бульдог! Да ладно! Да ладно! Минус раз! Минус два моментально здесь Макропира. Лода убивает НС, а НС тоже умирает. Кси поймали. Пытается пилить абсолютно всей командой. Там еще Рифт, Кси тоже отправляется в таверну. Остается в живых один Крейзи. Ну и Крейзи тут никуда, наверное, не отпустят ребята из команды No Tide Hunter. Вот она, панда земляная, Адмирал Бульдог. Погоня, сейчас будет Рифт, вот он Рифт. И Крейзи таверна. Минус 5! Что я могу сказать? Магнус! Ты понимаешь, насколько S4 только что классно сыграл? Он понимал, что его сейчас будут убивать. И просто Чуйкевич у него сработал. Он в очень нужный момент затянул по центрик и Никса, и Медведя, и всю эту кучу. Туда сразу же подошел Адмирал Бульдог. Это было настолько офигенно, настолько четко, слаженно сыграно. Я просто потерял дар речи, наверное, секунд 10. В самых нескромных местах, как всегда, тоже. Ну, разговариваю я обычно одним местом, скажем так. Так что это... Обычно, прошу заметить. Обычно, да. Бывает, конечно. Очередная драка, которая выиграна действительно на классе команда No Tide Hunter. Ну и Т1 Tower они в миде сейчас будут забирать. Ну, как мы видим, не особо-то им нужен, да. Вот, собственно, Relocate, House Night Beast. То есть они просто выигрывают игру без этого. Есть ТП-мид. Есть ТП-мид, это Крейзи. У Крейзи нет ульта, отменяет он ТП. Адмирал Бульдог. Говорю, Адмирал Бульдог. Извините, Лидан сюда тоже рядом подлетел. Но, собственно, Tower забрали No Tide Hunter. И куда-то уходят. Или нет? Мне вот что интересно, S4 купил себе Staff of Wizardry. Ну? Это Force Staff, что ли? Чтобы у него просто, он мог просто с рейнджа миллион врываться или что? Некра, например. Force Staff, блин, автобусы, просто-напросто. Еще нужен один Force Staff, мы это, кстати, уже недавно обсуждали. 5 что. Force Staff. Вот ты смотришь, типа, нету Магнуса, и тут Force Staff, Dagger, Skewer. И вот что ты сделаешь? И Магнус уже и просто три экрана Магнус пролетел. Да. Ну что, продолжаем наблюдать 22 минута. Кстати, наверное, стоит показать графики хоть один раз, хотя смысла я особого не вижу. Тут видно полнейшая доминация команды No Tide Hunter. Да, не слишком хорошо идут сейчас дела у команды Virtus.pro. Но последняя драка была такая весьма деморализующая, скажем прямо. Ну да. Там просто в салат разбили НТАшек, и я не знаю, что они сейчас... Я имею в виду Virtus.pro, что должны сейчас предпринимать. Главное сейчас не отдаться лишний раз. Где-то не, там... ну, главное сейчас, опять-таки, как ты правильно сказал, минус мораль есть. Главное сейчас на минус морали просто-напросто не совершать глупо. Ну, не начать делать фигню, да, как обычно это умеют делать. Итак, со смока, Лода, есть кулдаун, врывает Адмирал Бульдог. Смайл опять хорошо копнул, нормальная макропира, нормальный здесь айспад, убили. Очень быстро Ио, тут же байбек делает, собственно, висп, или Дана развалили, Крейзи в ульте бегает, Лода проседает очень плотно. Лода так что фуловым просто стал каким-то образом. Ну, вот, нормально, смотри, нормально. Раз, убили раз. Двоих, ну, троих. Потеряли всех. Ну, троих пока потеряли, нет, четверых. Крейзи еще да? сейчас отъедет. А, Крейзи закончится ультимейт.
Ну, ушел один, опять-таки, смайл у нас, так понимаю. Был байбек у Ио, ну, собственно, у Виспа, ну и лишь Рачок тоже у нас умер, команда No Tide Hunter, но вчетвером Virtus.pro отправляется в таверну в ответ за это. 22-8. На этот раз драка была, скажем так, не такой, как мы привыкли, да, как прошлое, как мы привыкли видеть. Сказать. То есть тут Virtus.pro правильно опять-таки заняли позицию. Нормально влетел на ход Колдаун. И более-менее нормально Леха Айспат и Макропира. И как-то там и Смайл нормально народ копнул. Но вот все равно этого мало. Потому что уже довольно плотный тот же Лода, которого пытались убить. Его там довели до лоу хп. Но он просто-напросто юзает стик, армлет и практически фулловый. Не, так понимаешь, да, там в чем дело, что вот есть вроде бы прокаст, есть много урона ОЕ, там и колдаун, да, и макропира, и все вроде так хорошо. Смотрю на этого клокверка, и я понимаю, что все остальные клокверки, они какие-то не очень. Так, да, да, так причем вот как раз-таки клокверк, вот он заходит в драку, нажимает меку, и все. И вот все, что до этого там происходило, весь этот прокаст, он абсолютно полностью нивелируется и не имеет никакого значения практически. Вот он план НС, я вам скажу. Что Рошан, Хаус Найт с Аегисом. И вот оно что. Михалыч. Михалыч. Причем Лода-то имеет чудесного тиммейта в лице S4, и у него есть встроенный Battle Fury. Да. Кстати, у самого S4, ну, мы видим, есть уже вот такая вот штучка. Здесь тоже есть такая вот штучка. Ну и, собственно, мечты Каспера скоро станут реальностью. Какие именно? Ну, я имею в виду не те, которые ты подумал. Вот этот, вот это, вот да, это. Да, 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 и он просто вот сейчас. Да, просто. Такси-драйвер. 2008, такси-драйвер. Предплеймейту. Вспомнили мы что-то про него. Кстати, интересно, сколько у нас сейчас смотрит матч. Ты можешь посмотреть? Я вот, да, это не моя камера. Сейчас. 45 тысяч поздним вечером. Привет, народ, всем, кто нас смотрит в интернете. Идите спать. Какой я, да, вообще? Касперу домой. 44 тысячи людей, да, или 45. Сейчас. Ну, по крайней мере, мы собираем больше, чем Динамо Киев, да? Кстати, это уже achievement unlocked. Да, кстати. Ну, завтра, кстати, Динамо Киев, Шахтер Донец. А у нас будет финал Доты. Как ты думаешь, кто соберет больше? Не, я думаю, все-таки тут Динамо Киев побольше соберет. Хотя, слушай, да, у нас все-таки финал будет поважнее, чем какой-то лучший актер Динамо. Это, что вообще, кто такие? Сколько там на стадион влазит? 60? Ну, на наш? Да, на любитель. Ну, разве что 60, просто 60, без тысяч. Не, он вроде на 40 рассчитан, я не помню, правда. Не-не-не, 63, по-моему, после реконструкции, или я ошибаюсь, или 73. Ну, был 82 тысячи до реконструкции, не знаю, как он сейчас вмещает. Кто знает, скажите. Буду вам благодарен. Этот анонсер, он просто не затыкается. Да, ну это же доктор Клайнер. Причем, пока он говорит что-то одно, уже происходит действие, которое, типа, скрипт запускает со следующей его репликой. Опа! Клокверк просто сам, один, на кси прыгнул, давай его бить. Здесь же Лода, ой-ой-ой, проблемы у Лидана. Айспат, Лода, БКБ, и Лидан проседает очень плотно, и Лидан минус, там уже умер медведь. Ну и просто Virtus.pro здесь рассыпается. Причем криты сработали у всех. 1022, там просто НС лопнул. Там реально три крита вылетело. Вот ЦК и две иллюзии. И так, с плеча. 26-8. Ну и что? На хайграунд заходит No Tide Hunter. Чего ждать-то? Для кого времени у них хватает. Понимаешь, они за 20 секунд за этих могут как минимум игрушку убить. Им-то нечего там бояться и так далее. Они могут себе оставаться здесь спокойненько, продолжать драться. Как бы, да? Основная рабочая сила, я имею в виду Виспа с Хаус Найтом, цела, маны есть. А вот я думаю, стоит забрать сейчас им линию и только тогда уходить. Уйти, Клокверк, не, Адмирал Бульдог считает, что ты не прав. Окей. Ну хотя Элидан в любом случае здесь умирает, хороший стан. Да, но Адмирал Бульдог тоже может умереть, сейчас его Т4 Тауэр бьет, нет, форстап. И закрапасировался он там, но все равно уходит отсюда, Крейзи в толпу ультует, Адмирал Бульдог, кирпич в лицо, Адмирал Бульдог, скорее всего, умрет, нет, нет. Там его Висп так залечивает, Висп, ты посмотри. И просто тэп аут. А вот Виспо отомстят за это, хотя, Висп. Босс. А, ну норм, что, смотри. Ну, пэш. Вот,
Ну, я не знаю, у меня просто нет комментариев. Вот вчера драки No Tide Hunter это был... А, еще привез S4 пацанов. Трипл килл Лода. И ГГВП. У меня просто нет слов. Это была настолько классная игра от No Tide Hunter, что мне кажется, даже IG тут бы не справились. Ну, во-первых, IG бы не дали пикнуть настолько крутой пик. Ну, хотя чё, Диспаб дали, да. А, ребят, 1-0. No Tide Hunter по-прежнему, как вы видите, в игре. Они еще не поняли, что они выиграли. Ну, ладно, мы им дадим порадоваться тем, как они на халяву убивают трон там, и так далее. Шутаут ту Луис Онг. Лода передает привет кому-то. Луизу Онгу я подозреваю. Луис Онг, да. Луиз Онг, да. А, ребят, у нас сейчас рекламная пауза. Перекур, командам надо отдохнуть, командам надо подсобраться силами, я имею в виду, конечно, команду Virtus.pro. 1-0 No Tide Hunter, и будет очень тяжело дотерам повторить успех команды. Я надеюсь, что все-таки Virtus.pro сейчас проведут. Я хочу третью карту, я очень редко, когда у нас поздние матчи, хочу, чтобы было три карты. Я сейчас я хочу тоже три был не против третьей карты. А почему бы? Ну, ты ввалил пол-литра Red Bull, а тебе все равно. Да. Нет, музычку, что... музычку погромче. Музычку погромче, да-да. Очень хорошая музыка. Не уходите, сейчас будет немножко очень хорошей музыки, ну и, конечно же, реклама. Вторая карта буквально через 10 минут. We'll be right back.